выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. С 11 по 22 марта сотрудники полиции будут уделять особое внимание работе с информацией, поступающей от населения города. В эти дни на территории города проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Данные мероприятия направлены на выявление фактов сбыта, хранения наркотических веществ, на предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Вчера был первый день акции, и уже благодаря содействию граждан задержан житель города, у которого при досмотре обнаружено порошкообразное вещество. По полученным результатам экспертизы в отношении задержанного будет принято процессуальное решение. Мы обращаемся к жителям нашего города, чтобы они приняли активное участие в данной акции. Если они имеют информацию по адресам притонов, по фактам употребления, реализации, изготовления наркотических веществ, просим, чтобы они позвонили по телефонам дежурной части полиции 02-229-02. Анонимность мы гарантируем.